Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда твоя рука в силе сделать его. Поздравление, конечно, Владимира Михайловича повергло в приятный шок как детей нашего отделения, их родителей, ну и, конечно, медработников. Очень приятно было. Дети смогли поверить, то, что они хотят, они это получают. Таким образом, они получили веру в добро, и я надеюсь, что и веру в то, что в этой жизни, когда очень чего-то хочешь, все получается. Я уверена, что они верят в то, что они вылечатся. А я думаю, что с этими подарками они получили еще и веру в свое выздоровление. Мы идем в больницы и уделяем внимание лично каждому. Ведь эти дети находятся на грани, и помощь партнера для них буквально жизненно важна. Ми написали, що я хочу ноутбук, це моя друга мрія. І, ну, ми не очікували, що таке буде, чесно. Ми не очікували, але, як то кажуть, мрії збуваються, і ми сьогодні це побачили. Да, но действительно, мечты сбываются, да. Но все-таки поняла, что мечты сбываются. Именно благодаря партнерам эти дети обрели веру в то, что мечты сбываются. А самая главная их мечта – быть здоровыми. Пусть все нереальное станет реальным. Лучше реально, да. Спасибо партнерам. Вместе мы можем сделать еще больше.